Все великие боссы уже убиты. Потом можем отправляться в Дранглик. И идти убивать боссов там. Немножко поменял заклинание, которое у меня есть. Вместо большой стрелы души обычно я взял большую тяжелую стрелу души, вторую. Теперь у меня этих две, а та одна. Ставит блок. Ай. Нормально. Где, если бы блок не поставил, я бы его сваншотил. Да, случайником так и случилось. Здесь можно на самом деле фармить с этих челов. Так-то опасно, да. Монетки, которые нужны для повышения рангов Квинанти Солнца. Тут хорошо по одному стоят и убиваются все. Так, ставить блок. О, нормально попал. Мог не попасть. И здесь, по-моему, мерцающий тинейт лежит, да? Да, мерцающий. Две штуки аж. Кстати, очень хорошо. Скоро сможем проапгрейдить наш посох до плюс 4. Возможно, даже уже можем. Сколько у меня? Нет, пока еще не можем. Еще одного не хватает. Так, где мой бинокль? Бинокля у меня нет. Надо взять. И этого парня через бинокль, потому что в тарге его взять нельзя. Почему у него такой маленький урон по нему? У него огромный резист или что? Поэтому 700 урона, а потом он 200. Как так? Возможно, потому что он призрак или еще что-то. И дверь открывается. Да, дверь открывается. Здесь DLC. DLC пока рано. Ключа к нему еще нет. Так, я хочу здесь сходить направо, потому что, по-моему, здесь лежит заклинание. А, нет, наверное, здесь лежит не заклинание. Да, здесь душа героя. В обычном здании здесь лежит заклинание для волшебства, которое починка, по-моему. В шкалерене находится в темнолесе. За статуей. Так, снова призраки. Может, а с этим заклинанием? Кстати, можно... Вот, 390 урона. Ой, сейчас бэкстебнет, не? Нормально, вот этим заклинанием. Да? Можно ведь? Нет, по-моему, нельзя. Жаль. Так, он почти меня не убил. Жаль, что эта штука на них не работает. Экономлю копию душ, потому что они мне понадобятся дальше на лестнице. По-прежнему у меня три копья. Немножко печаль. Надо на самом деле уже начать все-таки ученость качать вместо интеллекта. Зря я интеллект начал качать. Потому что копий больше не становится. Скоро, конечно, дойдем до еще одного копья. Именно в склепе нежити. Забыл, как называется локация. Там будет продавать Агдейн. Еще одно копье. Как мимо. Все. Жалко то, что не ваншот их, ну ладно. Вот еще один. Так, надо его на самом деле сэкономить. А. Ладно. Не заметил то, что я его ваншотнул. Каракатица здесь, кстати, что с нее падает. Бью? Бил. Вроде у него только обломки какие-то падают. Обломок и... Да, три обломка и кусок. Так, здесь слоники. При слоников я хочу вот эту штуку заюзать. И потом копьями их проатаковать. У нас... Да. Среагировал на них. Так, я хочу сразу по двум дать заклинание. Вот так вот, стойте. В смысле в одного? Вот, 1000 урона. Нормально. Блин, я хочу... О, отсюда, кстати. Ну-ка, по двоим. Пожалуйста. В смысле нет? Ладно, не получилось по двоим, но, кстати, с двух копий и минус слон.
Хороший урон уже. Так, здесь нужно открыть дверь. Левый уже стоит возле этой штуки, а вот правого надо будет приманивать потом. Ой, не ваншотнул. Его надо развести на то, чтобы он переключался на арбалет. Хочу вот эту штуку его убить. Ой, уже пришли. Как? Убей кого-нибудь, ну же, штука. Хорош. Все, теперь надо убегать, похилиться. Дверка сама там откроется. Промазал. Так, надо на ветку переключиться в таком случае. Готовы. Где еще один должен прибежать? Но он не успел уже. По-моему, он ничем не торгует, хотя надо проверить. Вроде у него нет никакой магии, даже на обычном НГ. Хотя нет, какие-то есть заклинания, по идее. Блин, нет, зря я начал с ним говорить. Забыл то, что у него длинные диалоги. А как же долго. Не закончится? Наконец-то. У него только большой магический барьер нет. Больше заклинаний у него появится на НГ++. Но это в основном пиромантия и чудеса. Шипства у него, по-моему, вообще нет. Так, здесь этот парень расставил. А, щит ставит. А, нет, не ставит больше. Так, открой здесь дверь. Я хочу, наверное, туда сходить, за прахом. Там лежит в сундуке. Этот встанет? Да, этот встанет. Заклинания у меня, в принципе, кончаются, но нормально, я думаю, хватит. Можно, кстати, обойти, наверное. Чтобы всех не акрить, только одного, который охраняет. Кстати, можно еще и залпом ему. А можно еще и сверки тоже заюзать. Успею? Отлично, 1000 урона вышло суммарно. И здесь можно забрать сундук. И в нем прах. Ну а тут уже плевать на них, пусть встают. Даже, по-моему, не встают никто. Нет, встают. Ну, мы просто убегаем. И, по идее, не пойдут за нами, потому что здесь лестница, они пользоваться не умеют. И тут активируем костер. Дальше комната с огромным количеством статуй. Которым можно открыть двери. Но в этих дверях все бесполезно, кроме вон той двери. Там будет чел, который в ковенант тьмы нас пускает. Также там будет эта локация без бездны. Но мы пока туда не пойдем, поэтому нам туда не надо. Так, нам надо убить здесь. Щит ставит. Второго надо убить возле двери. Чтобы он ее открыл. Давай, подходи сюда. Внимание у него. Блин, там сзади встал. Ну, нам уже плевать на всех остальных. Дверь мы открыли. С остальными стенами там стражи руин. По одному штуке. Такие вот. Только живые. И какой-то лут, но... Для нас там ничего полезного нет. Здесь, кстати, ключ от DLC. Это важно, надо его забрать. Чтобы потом не возвращаться. Ну, а здесь просто пробегаем все. Так, это встанет. По-моему, здесь еще кто-то встает. И бежит за нами. Или мне показалось? Вроде бы еще кто-то был. О, здесь, кстати, мерцающий. Да? Или это в обычном здании было? Нет, вот мерцающий. Да, теперь мы можем, кстати, посох на +4 сделать.
Здесь я убью всех, потому что дальше на нас вторгнется Торженец. О, отлично, в голову с двух ударов умирают. Я хочу подраться с ним в этой комнате. Может, конечно, вообще не драться и пойти к боссу. Но слишком опасно. Вот она. Безымянный узурпатор. Сколько урона? Похилюсь. Можно умереть так. Уклониться? Не уклоняется. Не хочет уклоняться от копий душ моих. Да, это было очень легко. Также там встают вот эти. О, мы, кстати, можем, поскольку макар, стрелять их издалека. Еще и с ваншотом. И тебя туда же. Да. И вот это тоже встает, кстати. Думаю, его убьем заранее. Все, по-моему, всех убил. Можно, кстати, спуститься вниз и забрать костер, но он там за спрятанной дверью, но не нужно. Здесь недалеко предыдущий костер, и босс тут уже. Точнее, он легкий. С боссом у нас проблем точно не будет. Потому что у нас есть заклинание. Мы можем сразу расстрелять верхнего. И примерно половину. А, он спрыгнул? Уже? Блин, жалко, больше нет копий. Я бы сейчас через двоих их хотел пустить. А, он в лучнике остался? Серьезно? Ну, поздно он переключился на милишку. Ошибка с его стороны. Ну и уже обычный драгонрайдер. С ним уже дрались даже. Теперь мы стали сильнее, а он не стал. О, дважды застанил. Блин, ну ладно, я не был готов, то, что я второй раз его застаню. У меня еще стамины там не было. Так что опасно было еще что-то делать. Ой, второй удар. Не остался? Да, мне еще один залп есть. Надо заюзать его. Так, опять второй удар делает. Эх, не застанился, жалко. Все, готов. Идем дальше. О, сейчас мы, кстати, залутаем один из самых крутых спеллов. Может быть, не по урону, конечно, но по визуальной составляющей точно. Так, души 42 тысячи. Вообще-то не такие большие души, ну ладно, наверное, потрачу их быстренько. Все в ученость. Все-таки хочу ученость качать. Всего две? Ну ладно. Да, уже очень дорого стоит уровень. Там 40 тысяч, это уже для нас даже не деньги. Также, помимо того, что мы сейчас заберем одно из самых крутых заклинаний, мы сейчас пойдем в одно из самых опасных мест, в котором очень легко умереть. Хотя, учитывая, что у нас есть вот такое заклинание, наводящийся сгусток души, нам будет там попроще. Ну, плюс то, что мы маг, тоже облегчит для нас задачу. Так, не забудь тут про призрака, я вечно про него забываю. Тут он в стене сидит. Так, и теперь я хочу открыть дверь, заюзать сверки. Так, нужно аккуратно убить одного. Блин, сверху сломал. Вторую бы не сломать. Так, агрится. Хочу убить одного, и мне нужно не убивать второго. Где они тут агрится? Вот, сагрились. Сверки, давайте вот в этого. Блин, в другого влетели. Как так? Ну ладно, они оба ваншотные, так что нормально.
Ой, он слишком далеко. Ну ладно. Этого тогда убью. Все, окей. Может быть, даже хорошо, то, что сверки в другого летели, а не в этого. Так, и здесь где-то... Тут или в этом сундуке лежит это заклинание. Нет, это не оно. Здесь, значит. И это большой меч душ, да. Также здесь колокольчик Каты, но это для клириков. Так, тут лошадка, кстати, я про нее забыл. Ладно, сейчас разберемся с ней. Ой, нормальный у тебя урон такой. И ХП у тебя много. Ну что, рыцари сверху стоят, мне надо на них что-то оставить. Так, дышишь? Дыши. Дышите. Не дышите. А у меня посох не тот. Блин, вечно забываю обратно поменять. Ауч. Достанет? Нет, не успеет. Блин, все копии мимо полетели. Четыре семьдесят, так мало? Не все попали, что ли? Маловато. Так, все, готово, лошадка. С нее падает кольцо, которое не дает нам делать бэкстебы, защиты горы. Так, ну с этим у меня точно не будет проблем, они... Хотя у них ХП много, но нормально. А, и тем еще я заклинание бью. Да. Заклинание не то было. Так, тут агрится двое. Так, мне остались копии? По-моему, нет. Да, 0 копий, тогда наводящийся сгусток плюс эти стрелы. Надеюсь, я быстро с ними разберусь. Ну, нормально. Он, кстати, возможно, меня может ваншотнуть. Потому что у него огромный меч. Он очень много урона наносит. А чем я вообще сюда иду, я забыл? По-моему, мне сюда не надо. Здесь вроде лежит заклинание, но это, по-моему, пиромантия, а не волшебство. Также здесь мимик. Катана и кость дракона. Здесь даже не заклинание. Странно. А тут что тогда? Просто помню, здесь какое-то заклинание всегда лежало. Да, здесь огненный шторм. Но это пиромантия. Как-то на автомате сюда пошел. Здесь, кстати, очень опасная комната будет с двумя пироманшами. Здесь вот. Надо аккуратно их издалека расстрелять. Мало урона по ним наносим. Большой у них резист магии, конечно. Они, кстати, как-то пассивно себя ведут. Буквально одно заклинание, они бы меня ваншотнули. Но как-то не хотят особо кастовать. Что у тебя выпало? Вот трава с ним выпала, это хорошо. И здесь... сундук с осколком, по-моему. Да. Очень мало, кстати, эстуса, всего 4. По-моему, один выпили, поэтому их 5. Но учитывая, что в коем мы уже уровне игры, то это довольно мало для нас. Надо будет как-нибудь пробежаться по всем локациям, собрать эстус, который не собрал. Так. Надо было, наверное, на лифте сначала съесть, потом уже отдохнуть. Что я с лифта не точно буду возвращаться косточкой. Не очень долгий лифт.
Классные лифты во втором Dark Souls, конечно. Часовые. Но, к сожалению, не есть. Наконец-то. Так, отправлю его назад. И здесь забираем ключ. А здесь, кстати, еще есть заклинание, не помню где. Его можно было купить у Стрейда, по-моему. Здесь 100 души, 7 нет. Вот здесь, значит. Это крепкий волшебный щит. Вроде так называется. Да, крепкий волшебный щит. Но можно его также забрать здесь. Ну и обратно косточка, естественно. Так, теперь зеркальный. Не буду, наверное, никого убивать перед ним. Там очень много этих статуй, но особо не мешают мне, и с них особо ничего не падает. Потом просто пробегу здесь. Хотя здесь где-то лежит мерцающий, по-моему. Но его, наверное... Ой, блин, на минусе потратил, зря. На обратном пути заберу. Зеркальный сначала. Собьют? Нет, не успеют. Так, я и не переключился заклинаниями. Кстати, не помню, как с ним магом правильно драться. Какие он там заклинания на расстоянии? Ауч. Да, это немного не то. Блин, надо какую-нибудь атаку от него. Не вот эту. Он, по-моему, что-то должен кастовать в РНЖ. Блин, он, кстати, еще отражает своим щитом мои заклинания. Если я попаду ему в щит, то мое заклинание просто улетит. По-моему, даже если она улетит обратно в меня, то я получу урон. Ой, как хорошо, что он сейчас щит не поставил. Был близко. Блин, неудобно с ним на магии, кстати, драться. Ты уже атаку делает. Наконец-то, хоть какое-то разнообразие. Ой, он уже призывает так рано. Где я могу? Или нет, не могу, наверное. Да, она в меня вылетела. Тогда я буду его бить. А, нет, вот все вылез. Ой. Ха, промазал. Лох. Нормальный этот парень, немного туповат. Кстати, огромный урон, только сейчас заметил. Вот почему он так рано призвал этого чела. Так, что это? Это, по-моему, да, это заклинание. А, в смысле попало? Ладно. Опять какое-то заклинание. И это вертикальное. Ой-ой, бежит. Блин, она промахивается по мне. Успею? Да. Все, готов. Не такой уж сложный оказался. На самом деле, очень много урона по нему было. А, кстати, здесь, по идее, точно должно быть уже заклинание, которое нужно мне. Вот здесь. Потому что здесь точно что-то есть. Вопрос только что. А, снаряд души. Да. И кварцевое кольцо мага. Это для защиты от магии. Так, я хочу... Ой, вы меня там ждете, да? Ничего себе у меня по нему урона. А, нет, это, видимо, там в голову попал. Снаряд души, что это такое? Надо вспомнить. Так, будешь блок ставить? Снаряд души. Как он выглядит хотя бы? Вот это он, да? Это, наверное, лазер, который пуляет.
Так, здесь нет никого. Есть, кстати. Ау, ау. Не бейте. Ну, снаряд души совсем слабое заклинание, насколько я помню. Нечто окаменевшее, не то. У него мало... Да, мерцающий здесь. Мало использований и очень маленький урон также. О, что-то с него что-то выпало. Что с него падает? Кусок титанита, понятно. Так, а с той стороны ничего нет? Нет, ничего нет, не вижу. Так, еще один очень долгий лифт. Очень весело кататься на этих лифтах. Так, и мы уже можем проапгрейдить пушку нашу для плюс 4. Дальше нужно еще 5 титанита, один уже есть. Значит, осталось еще 4. В храме маны, в принципе, тоже есть титанит, можно его вначале поискать. Ой, 52 тысячи душ, кстати. Ну, опять же, это очень мало. Нам же хочется намного больше душ. Тратить, получать. Так, и надо новые заклинания все-таки посмотреть на них и одно из них взять. Хромоман и дальше будет. Получается, что у меня есть? Вот вместо вот этих двух. Снаряд души и меч. Сколько у него, кстати, 27 требования, а у снаряда 45. Он еще так много требует. Его 4 по-прежнему не осталось. Он стоит просто... Да, лазер. Ну, в принципе, он наносит более-менее урон, но у него очень мало использований, всего 4. То есть у копья душ столько использований. Ну, на одно меньше, конечно. Но урона копья душ наносит значительно больше, и оно ауешное. И большой меч душ, у него тоже 4 использования. Это, кстати, такое себе... Надо все-таки качать ученых, чтобы их было больше. Но меч душ это АОЕ заклинание. Такое супер красивое на самом деле. Мне очень нравится. И оно еще эффективное. В основном против вот такой вот толпы мобов, чтобы ее так подойти и бам по ним всем сделать. Так, ладно, остановлю их. И хочу забрать сюда мерцающий. Что он рядышком лежит. 10, по-моему. Так, ты его охраняешь же ведь? Таргет. Так, вот здесь он лежит. Как бы его так скинуть и не упасть самому? Нормально, посох дотянулся. Так, сейчас снизу заберем его. Хотя нет, наверное, потом заберу. Все равно, что я не смогу прокачаться. Поэтому лучше проапгрейжу посох до плюс 4. Потом уже полностью зачищу эту локацию, все в ней. Так, мастерская Макдафа, да. Нет, стоп, зачем мне туда? Хотя ладно, без разницы, любой кузнец подойдет. Усилить, да, плюс 4. Да, теперь не хватает еще 4 титанита. Ну и на все остальное, наверное, потрачу на уровень. А, плюс еще надо осколок заюзать и сжечь прах. Осколок. Уровень. Все в ученость. 29, окей. И сжечь прах.